Ну вот, себе еще сделала такой салатик. Капустка свежая, лучок, морковочка свежая, этот огурчик свежий и горошек. Себе заправлю или сметанкой, или маслом оливковым, подумаю. А мужчина у меня любит с майонезиком, с домашним майонезом, с мужчинам. А себе сметанкой или маслице оливковое. Может, льняным заправлю. Ах, да, еще льняные семечки сюда добавлю для вкуса. Они дополняют льняные семечки. Очень добавляют вкус. И раз они полезны, льняные семечки. Вот так вот посыпем. Вот, семечками льняными. Еще потом ложечку добавлю. Ну и наша семушка. Ух, какой пар. Он какая в сыре. Вкусная готовится. Приятного аппетита всем!